1 июля 2014 вышли в море половить бычка. Погода чудесная, правда, полный штиль. Надо хоть немножко какой-то волны, чтобы он... Бычок любит чуть волну. Но Виктор уже поймал одного. Вот у нас тут рядом три лодки. Ловим на креветку, ловим на мясо. Креветка свежая, креветка вареная. Мясо куриное сердце. Но пока молчит. Виктор, как у тебя дела там стоят? Молчит? Молчит? Ну, будем ждать. Ну вот, Виктор поймал уже одного. Ну, дай сюда, поближе. Покажу. На что взял? Взял на мясо. Вот такой красавец, ребята. Это, конечно, не такие, как в прошлый раз, но ничего. Волна пошла, началась поклевка. Был полный штиль, не клевало. Вот такая снасть Виктор ловит, видите? Обыкновенная бычковая, классика. Вот, вот он поймал такого красавца. Снимай, Витя. Молодец. Вот поставил, ее с пружинками, мелочь бьет, пока на мясо не хочет, большой кнутик брать, но мы будем ждать, может. Сейчас на креветку попробуем, может, буду брать хоть что-то, мелочь, может, хоть какую-то на жреху. Мелкого туда бросил? Да. Ты на рыбу поймал это? Вот Виктор поймал еще одного на верхней. Видите? Нижние два скрывала. Вот, поймал верхний. Ну, сегодня бычок, конечно, меньше. Но ничего, сковородочки хорошие. Ну, что ты, Витя, поймал на мясо, на рыбу? На мясо? Вот на сердце куриное. Понял, снимай. Молодец. Ну вот так, друзья, продолжаем ловить. Сегодня, конечно, поклевки хуже. Видно, отошел больше в море, наверное, или что, или то, что волны нету. Непонятно, что не клюет. И рычок свежий, и рычок вареный, и сердце, и куриное мясо. И такое ассорти ему тут уже сделали на всех крючках, разные наживки. Клюй не хочу. И вот парень сидит напротив лодки, тоже смотрю, что-то не дергает ничего. Как-то так. Вот здесь вот ребята сидят, сейчас покажу еще вот лодки, тоже что-то молчит у них. В общем, не только у нас, сегодня что-то как-то оно, ну, непонятно. Вот идет тут у меня что-то на пружинку. Ну вот так, погода чудесная, солнышко светит, сейчас будем загорать. Время сейчас 7 часов утра. Пока еще только 7. Будем ждать хорошей рыбалки. Ну вот, Виктор дождался своего красавца. Красиво поймал. Да, я покажу поближе. Вот такой вот у нас кнут. Поймал на мясо. Вот, друзья, смотрите. Поймал на верхний крючок. Кстати, на верхний только идет. Вот такая голова. Пал Палыч любит рассматривать такие бычки на видео. Вот. Ну, улыбнись, рыбак. Удачи тебе на рыбалке. Продолжай так держать. Снимай. Ну, на, оно меня. Я тут своего, это еще тоже хоть покажу. А то все
не знаю, правда, что я там, я, конечно, может быть, не такого, как ты, большого поймал. Но, о, кнутика тоже поймал. Ну вот, друзья, видите, кнутик. Я поймал на рычка. Там под солнце идет. Рычка. Все. Спасибо, что ты подержал. Вот такого бычочка поймал. Ну и что, друзья, вот и конец нашей рыбалки. Вот улов Виктора. Ты считал, что у тебя больше. Отвратительно сегодня клевало, волны не было. Лодок было много. Погода чудесная. Ну, штиль, нужна волна для бычка. Для бычка нужна волна. Волны нет. И клёва, соответственно, нет. И на мидию пробовали уже, там ловил я. И на рычка. Ну, сейчас посмотрим, сколько у меня. Ну, надержи. Ну, солененько. Это мой лов. Ну, на этом заканчиваем.